сфера работает с прерываниями. Потребляет вообще мизер. Так, приемная, как говорит. Сколько потребляет? Включаю где-то пол ампера и 24 вольта, это где-то 12 ватт потребляет. Вот это не в резонансе, если ее вести в резонанс, вот я руки привожу, она вводится в резонанс, лучше для того, и в том, сильнее начинает. Вот на осциллографе пачки должны быть. Девять витков. Нужно где-то три витка для с прерываниями. Без прерываний.